Дуже болісно дивитися насправді на такі кадри. Ми бачили, як деякі росіяни в соцмережах раділи після того, як бачили фотографії українських дітей, казали про те, що треба ще одну ракету кинути. Але, ви знаєте, стосовно того, коли кажуть, що а що робити простим росіянам, от вам конкретний кейс. От, герой, якого ви вже зараз бачите на... Герой нашого ефіру сьогоднішнього, наш спікер, був дуже відомою та успішною людиною в Росії. В нього була клініка, власна, у Підмосков'ї. Але в перший день буквально повномасштабного вторгнення він записав антивоєнне відео, де висловив свою думку стосовно цієї війни. І зараз, при першій нагоді, він приїздить до України, де лікує українських військових та мирних жителів. І просто зараз Андрій Волна, лікар-травматолог, ортопед, доєднується до нашого ефіру. Пане Андрію, я вас вітаю. Вітаю, вітаю, пан Володимир. Напередовсім я хочу висловити співчуття усім родичам поранених, загиблих. Я хочу висловити співчуття усім українцям у зв'язку з цією терористичною рашистською атакою. Я хочу подякувати вам, пан Володимир, за можливість говорити російською. Я вчу українську мову, але це дуже складно для мене говорити не на медичні теми, а українською. Щиро дякую вам і спасибо большое. Если... Ви знаєте, найважливіше – це те, що ви робите. А ми вас зрозуміємо і російською мовою, тому все гаразд. Дякую вам. Этим днем, страшным днем, у нас в клинике, в военном госпитале операции начались рано. Вообще летом стараются врачи начинать пораньше оперировать. Ну и где-то в 7:30 мы начали операцию. Мы оперировали молодого парня войскового с двумя выгнопальными переломами, с обеих гомилок, обеих голеней. Спокойно прооперировали вместе с коллегами одну голень, перешли на другую, но в это время звучит сигнал воздушной тревоги. Но естественно, что во время операции невозможно прервать операцию, невозможно пройти куда-то в убежище. Мы с пациентом, мы обеспечиваем безопасность пациента настолько, насколько это возможно. Конечно, персонал, мы просим всех, кто может уйти из операционной, пройти в более безопасное место, но в военное время, знаете, в операционных лишнего народу не бывает. Я переживал много террористических ракетных атак в Киеве, но вот такое было первый раз, потому что буквально вот над было такое ощущение, что над нашим госпиталем тоже рвались ракеты, потому что здание дрожало, и дрожали стекла, и наши сестры вывели пациентов из отделения ходячих, вот, пытаясь соблюдать хотя бы правила двух стен, отвезли от окон лежачих пациентов, потому что это было что-то неимоверное, это был взрыв за взрывом, это работала наша противовоздушная оборона. Теперь мы знаем, к сожалению, что не все рашистские ракеты удалось перехватить. Мы знаем, что детская клиника охраны материнства и детства, охраны материнства и детства стала одним из объектов российской атаки. Мы знаем, что в 12:58 снова зазвучала тревога, и одна из ракет попала в частный медицинский центр, там, который готовил пациентов к родам, насколько я понимаю, и занимался обследованием, и там 7 загиблых. И это, конечно, ужасно и очень тяжело, потому что я все равно, как человек, да, украинского происхождения, но родившийся и работающий в России,
Хотя с 2008 года я каждый год в Украине с показательными операциями, с лекциями, я дружу со своими коллегами украинскими. И сейчас я в Украине, я чувствую свою ответственность за то, что мои соотечественники творят. И нет сил пережить эту ответственность, не принимая участия хотя бы маленькой доли, маленькой капелькой в ликвидации этого вот этого кошмара и вот этого того, что делают россияне в Украине. Вот так бы я ответил бы вот на ваше предложение сказать о том, что происходило и как я это чувствую. Пане Андрію, одне таке уточнююче питання. Я коли готувався до розмови з вами, знайшов вашу статтю, яка там є такий, знаєте, ви взяли цитату з акваріуму, здається. Я процитую з вашого дозволу. «Этот поезд в огні, і нам нікуди більше біжати». Наскільки я розумію, головний сенс тут в тому, що навіть якщо росіянам, які зараз знаходяться в самій Росії або поза межами Росії, їм байдуже сама Україна, то в усякому разі рятувати потрібно вже саму Росію, принаймні, від режиму Путіна. Я правильно розумію? От який був основний ваш посил цієї статті? Що ви хотіли донести? Это не первая моя статья, где я пытаюсь так разговаривать с россиянами. Прежде всего, кстати, и с политическими силами, которые находятся за пределами России. В самой России диктатуры, я понимаю, что из-за границы вот мне, как россиянину, призывать кого-то вот к активным действиям таким, ну, наверное, я призываю к нескольким вещам. Первое, это добровольно не садиться в тюрьму, потому что если у вас есть, у россиян есть кураж, есть желание, есть партизанское движение, есть добровольческие российские отряды, что воюют на стороне вооруженных сил Украины. Но вот просто выходить с листочками, там, фонариками и прочей дребеденью и получать за это 7, 8, 10 лет, вот этого делать не надо. А вот те россияне, которые находятся за пределами России, находятся в безопасности, я очень многих не понимаю. Я не понимаю политиков. Вот смотрите, если мы открываем с вами любую социальную сеть, но я открываю ту, где большинство россиян, там идет, да, вчера посадили режиссерку и сценариста на 6 лет. Там идут страдания, потому что театр Романа Виктюка, кстати, Львовянина бывшего, который, ну, это был один из лучших театров не только Москвы, но и России, один из самых свободных еще и в советское время. И мы теперь понимаем, откуда шла эта свобода. Она шла отсюда, из Украины. Они закрывают этот театр, и россияне по этому поводу страдают. Антивоенные россияне. Я об этих светпатриотах, об этой сволочи я вообще не говорю. Я с ними не разговариваю. Они страдают, но они не могут сложить вот из этого всего единый пазл, что и политические заключенные, и их театры, и новые посадки, и убитые дети в Украине, и убитые взрослые в Украине – это одна картина войны. Это все война. Нельзя страдать по театру, не обращая внимания на то, что происходит в Украине. И единственное, говорят, вот российская оппозиция не может объединиться. Я не знаю вообще, существует она или нет, кроме вот Гарри Каспарова, форума «Свободной России», который поддерживает вооруженное сопротивление и российские добровольческие силы, и сбройные силы Украины. Но я говорю, не надо вам объединяться юридически, вам усилия надо объединить. А усилия – это одно – всячески способствовать победе Украины. Почему? Потому что даже, я им говорю, если вы не любите Украину, но вы страдаете по поводу ваших театров, вы страдаете по поводу политзаключенных, которых убивают в российских тюрьмах,
как вы их собираетесь освобождать без победы Украины? Не будет победы Украины, режим законсервируется на десятилетия. Он всех людей, о которых вы плачете и пишете, он всех людей перебьет, этот режим. Поэтому даже если вы не думаете об Украине, мы с вами обязаны. Обязаны не говорить, мы обязаны каждый делать что-то для Украины и для российских добровольческих формирований. Формировать армию сопротивления, которая в итоге и должна будет свергнуть путинский режим. Может быть, это звучит как-то фантастически, но другого пути нет. Предложите, вот, допустим, оппозиционные россияне, предложите мне другой путь освобождения политзаключенных. Его нет. Только смена режима в России. А смена режима в России не произойдет без победы Украины. Российские оппозиционные силы, Ходорковский, требуют от Запада дать возможность бить западным ракетам по основной территории России дальше больше, чем на вот эти вот 100 километров, там, ну, я не помню четких ограничений, но бить далеко, хотя бы по тем аэродромам, с которых вчера взлетали бомбардировщики, которые запускали ракеты по Днепру, Киеву, по Кривому Рогу, и раньше, ну, в общем, по всей Украине. Да у тебя же будет гораздо больше возможностей и прав это требовать, если ты сам оппозиционер будешь говорить: мы помогаем российским добровольцам, мы способствуем тому, что формируется российская добровольческая освободительная армия, мы это делаем, и вы, наши западные друзья, увеличьте вашу помощь Украине, поставляйте ее вовремя, закройте небо Украине. Вот когда ты сам что-то делаешь, ты вправе и от других что-то требовать. А так просто как бы требовать – это пустые разговоры. Я им говорю, вы ездите и читаете лекции в разных странах. Но я не говорю вам, что не надо этого делать. Я говорю только об одном, что на каждой этой лекции должны звучать слова поддержки вооруженным силам Украины и должен быть организован сбор средств, сбор донатов в поддержку Украины. Тогда оппозиционеры могут заниматься чем угодно, но когда они поддерживают деятельность Украины. Но если они вместо поддержки Украины читают лекции в безопасном Таллине, Риге, Берлине, Гамбурге, в Штатах где-то, там в Бостоне, в Чикаго, то это не антивоенные действия, это сублимация антивоенной энергии во что-то другое. Более того, это, я считаю, преступлением и по отношению к Украине, и по отношению к оппозиционно настроенным россиянам, которые внутри страны. Их мало, но такие и есть. Вы вселяете в них необоснованные надежды. Вот о чем я говорю политикам. Займитесь уже делом. На третьем году войны, 2,5 года уже йде війна без малого. Пане Андрію, в мене до вас ще одне питання. Скільки б там російська пропаганда не казала про те, що це это не ми, знаєте, ми чудово розуміємо, що Російська Федерація вдарила навмисно по дитячій лікарні. Навмисно. Давайте називати речі своїми іменами. І от я що хотів вас запитати. Що хочу запитати? Перше, наскільки це взагалі типова практика для режиму Путіна? І друге, чого вони добиваються? Вони хочуть зламати Україну, показати, що чим довше буде тривати війна, чим довше ми не будемо погоджуватися на їх вимоги, тим більше таких випадків буде. Чого добивається Путін оцим жахом? Пан Володимир, я би навіть немножко обобщив. Будь ласка. Це типічна тактика не только для режима Путина. Это типичная тактика для любого террористического режима и террористического акта как такового. Это всегда мирное население, хотя в Украине, которая подверглась агрессии, с моей точки зрения, все население мирное, и военные не хотели идти на фронт и умирать там.
и быть искалеченными там. Все население мирное. Так вот, это типичная тактика любого террористического режима. Запугивать, запугивать и запугивать, производя чудовищное насилие в разных формах над мирным населением, что мы и видим. Посыл, который Путин, идея, которую Путин так посылает всему миру и постоянно, что Украины не существует. Это что-то необычное, которое вот возникло то ли по воле Ленина, то ли по воле поляков, то ли еще по чьей-то воле. Но вот совершенно искусственное государство, которого не было никогда, которого сейчас нет и не будет. Путин уничтожает Украину. Он уничтожает украинцев. И целью этой атаки, как и любой террористической атаки, является желание подавить волю сопротивления. Но я вот вижу по своим коллегам, вижу, что и украинцев я знаю хорошо, и во мне течет украинская кровь, иншейнымая, что это приводит только, я бы даже не сказал, к ненависти и злости. Это приводит к такой благородной ярости. И я уверен, что этому подонку и этим подонкам не надо забывать о том, что не Путин запускает ракеты, а их тысячи и тысячи, кто это делает. Не Путин стреляет там на линии боевого соприкосновения, а сотни тысяч россиян это делают. Так вот, этому подонкам не удастся сломить нашу волю. И это не какие-то громкие слова. Конечно, есть усталость. Конечно, Украина теряет своих лучших людей уже 2,5 года без малого. Но я не чувствую потери воли к сопротивлению. Я чувствую и вижу злость, я чувствую и вижу ярость, я чувствую и вижу стремление к победе. Еще раз повторю, это не означает отсутствие усталости. Она есть. Тяжело 2,5 года врачам работать практически без больших отпусков в отрыве от семей, которые эвакуированы на запад Украины или вообще в другие страны. Но они борются. Мы боремся. Украина борется. И этот сатанизм не сломает Украину. Знаете, пане Андрію, я, по-перше, дуже вам вдячний за те, що ви так розширили нашу бесіду, сказавши про те, що Путін все так, це зрозуміло. Це жодних питань нема. Але насправді кнопки натискають, роблять інші дуже страшні для України речі, ще конкретні тисячі людей, які обов'язково мають понести покарання. І ви знаєте, ще хочу підтвердити ваші слова про те, що після удару, наприклад, по Охмадиту, воля українців не те, що меншою не стала, а навпаки. Ми бачили, скільки людей наступного дня, того ж дня, пішли у військомати захищати свою рідну землю. А вам, я кажу, дуже дякую. Мені було дуже приємно поспілкуватися з розумною людиною. Андрій Волна, лікар-травматолог, ортопед, був в нашому ефірі. Спасибі величезне.